И оно просто, просто холодное! Зачем же я это сделал? Эльза, Корона, что ты сделал? Что сделал? Рассказывай скорее! Принц, принц, помоги мне, пожалуйста, снять корону. Я пойду купаться. Сейчас, принцесса, хорошо. Ух ты, смотри, там принцесса и принц. Нам не будет скучно, пойдем скорее. Если бы кто-то не набрал с собой целую сумку, мы бы уже были там. А так подожди, я отдохну и пойдем дальше. Ой, ну что-то ты и слабенький. Там ничего такого и нет. Давай, неси быстрее. Принцесса, привет, подожди меня. О, привет, невеста. А где жених? Привет, принц, да вон там, не может сумку дотащить. А, так я ему сейчас помогу. Эй, а как же я же попросила тебя помочь мне снять корону. Ну вообще. Принцесса, давай я тебе помогу снять корону. Какая же она красивая у тебя, просто ослепительная. Ага, мне тоже нравится, это мне принц подарил. Я пойду купальник переодевать, ты пойдешь? Принцесса, не, жених еще не принес мою сумку, там где мой купальник. Ты же уронила мою корону, ты что? Давай поднимай быстрее и положи ее вон там, на стул. Извини, извини, принцесса, я не хотела такую красоту уронилась. Ой, опять. Хорошо, что принцесса не видела. Какая же она красивая. А может, я ее померяю? Мне кажется, она мне даже больше идет, чем принцессе. Эй, жених, принц, вы там где? Посмотрите, пожалуйста, как мне эта корона. Жених, что в этой сумке? Я ее даже с места столкнуть не могу. Вот-вот, я о чем? Она говорит, ничего и не взяла. Ух, давай. Фу, держи. Еле дотащили. Молодцы, мальчики. А теперь посмотрите на меня и скажите, как мне эта корона? Ну, корона как корона, красивая. Вот и я тоже думаю, что красивая. А почему ты мне до сих пор корону не подарил? Невеста, так ты не просила? Откуда я мог знать, что тебе нужна корона? Ах, вот так вот, да? А вот принц откуда-то узнал, что принцессе нужна корона, а ты у меня ничего не знаешь. Так она у меня это сама попросила, я и купил. Ну вот, ты тоже купи мне корону, чтобы к вечеру была. Все, я передумала купаться, пойдем обратно домой. Как это передумала? Мне что, обратно эту всю сумку тащить? Невеста, иди, я тебе сок налил. Я не могу и не хочу, я рисую. Ну как хочешь, а что ты рисуешь? Как это что, я рисую свою корону. Корону? Тебе нужна такая, зеленая? Нет, конечно, не зеленая. Мне нужна золотая, ну или это, серебряная хотя бы. Ой, как же я хочу корону. Эх, все понятно, золотая или серебряная. Пойду посмотрю, я даже не знаю, где они продаются. Но невеста меня в покое не оставит. Арбуз, попкорн, пончики, молоко, мороженое. Где я корону найду, а? Ребята, вы знаете, где короны продаются? Вот и я не знаю. О, может ей купить новые сапожки, и она от меня отстанет? Эх, хотя вряд ли, я ее знаю, она от меня ни за что не отстанет, пока корону я не найду. Эх, так я ничего и не нашел, как я сейчас домой пойду? О, а что это там, а? Не пойду же я в бассейн в короне, пусть пока здесь полежит, а я быстренько окунусь. Сегодня так тепло, а я люблю холод, а там водичка прохладная. Как здорово! Нехорошо брать чужое, нехорошо брать чужое. Ну и домой я пойти не могу, потому что невеста меня съест. Как я приду без короны? Раз у нее уже есть корона, значит она знает, где ее можно взять, купить. Ну, купить себе, да и все. А я пока эту возьму, ладно? Ничего страшного, я возьму, ладно. Но надо мне, надо. Эх, в короне я была бы такая красивая. Невеста, беги скорее сюда, у меня для тебя супер-мега-сюрприз. Это корона, корона, покажи. Она просто волшебная. Дай. Давай, я тебе ее примерю. Ну вот, ты у меня самая-самая красивая. Здорово, она супер-мега-крутецкая, спасибо тебе большое, спасибо огромное. Так, жених, нужно срочно сходить погулять, мне нужно всем показать мою супер-мега-корону. Погулять и всем показать? Об этом я как-то не подумала. Я же ее это. А где моя корона? Невеста, давай в честь такого радостного события, что я подарю тебе корону, мы посидим, поужинаем, посмотрим кино, а потом сходим и погуляем. Ну, корона же навсегда, завтра покажешь всем. Я и так устала, корону искал, сумку таскал. Ну вот, охладилась, можно и обратно в замок идти. Не поняла. А где моя корона?
Где моя волшебная корона? Как мне теперь найти? Что это делается среди бела дня? Корона пропадает. Что же я наделала? Я свою корону потеряла. Хотя нет, постойте, я ее не теряла, я ее сюда положила. А она куда-то убежала. У меня ее просто украли. Да сердца у того человека нет. Или оно просто холодное. Что с тобой случилось? Тебе плохо? Иди скорее ложись на диван. Ай, невеста, что-то сердце. Ай. Сердце? Ужас какой. Давай, показывай. Да ты весь холоднющий. А посмотри на свое сердце. Оно у тебя было горячее, а стало холодное. Холодное синее сердце. А что, если ты весь сейчас посинеешь? Эй, поехали немедленно к врачу. Что это такое? Холодное сердце. Эльза увидела, что нет ее короны. Зачем же я это сделал? Эльза, корона, что ты сделала? Что сделала? Рассказывай скорее! Невеста, прости меня, пожалуйста. Я правда искал тебе везде эту корону и нигде не нашел. А уже домой возвращался, и у бассейна на столике корона лежала. Ну, точнее, не лежала. Ее Эльза положила, а я взял. Без спроса взял. Украл корону. Да ты что? Так это не моя, это корона Эльзы волшебная. Ты что? Разве так можно было без спросу? Я же тебя не просила. Я сказала бы, что нет нигде. Но зачем так-то? Что теперь будет? Так, лежи здесь, мне нужно срочно найти Эльзу и вернуть эту корону. Что же будет? Как же мне непривычно без своей короны. Где же мне найти замену? Как же я буду без своей волшебной короны вообще жить? Хотя я думаю, тот, кто ее взял, уже об этом крупно пожалел. Эльза, я с ног сбилась, пока тебя искала. Держи, вот она, корона твоя. Ой, моя корона. Так это ты ее взяла? Нет, Эльза, это не я, это мой жених. Он хотел мне угодить и сделать мне подарок. Я у него целый день корону просила, а он нигде не мог найти. И нашел только твою, и без спроса взял. А сейчас он леденеет, у него сердце холодное, и сам весь синеет. Вот так вот, все понятно. Я надеюсь, что он понял, как нехорошо поступил. Эльза, конечно, понял. Да и я поняла, что тоже плохо поступила. Эльза, пожалуйста, сделай, верни все обратно, чтобы он опять стал с теплым, с горячим, с красным сердцем. Ну ладно, корону вы мне вернули. Спасибо, и я надеюсь, что он все понял, что поступил очень некрасиво. Возвращайся домой. Я сниму свое колдовство, и он вернется, твой жених родной. Спасибо, Эльза. Да, как же холодно, а? Это невыносимо. О, кажется, все прошло. Точно, мое сердце опять нормальное, красное. И я теплый, а не холодный, как ледышка. Ну что, все нормально? Какая Эльза молодец, выполнила свое обещание и вернула все обратно. Невеста, ты меня это, прости, но не мог я корону найти. Да ну ее корону эту, да ты что? Не такими же путями я просила тебя ее найти. Потом где-нибудь в магазине увидим и обязательно купим. А то неизвестно, к чему это могло все привести. Фу, я рад, что все очень хорошо закончилось. Жених, иди сюда, я тебе сок налила, а потом посмотрим вместе киношку. А вечером можно сходить погулять. Ага, главное больше без спросу ничего не брать. Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока.